в Алматы продолжается зачистка, слышны выстрелы и взрывы, митингующие штурмуют телевышку. В Алматы силовики начали зачистку от протестующих площади республики. В то же время есть информация о том, что митингующие штурмуют телебашню Коктабе. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на ardainur.kz. Как сообщают очевидцы села площади республики в Алматы раздаются выстрелы. Однако сейчас в городе сильный туман, Поэтому плохо видно, что на самом деле происходит на площади. Кроме того, поступает пока не подтвержденная информация о том, что протестующие пошли штурмом на городскую телевышку. Оттуда также раздаются выстрелы и слышны взрывы. Корреспондент российского агентства Спутник Казахстан рассказал, что со стороны площади республики бегут группы людей, некоторые из них ранены. Напомним: вчера в Алматы на фоне массовых протестов началась антитеррористическая операция. Как писала РБК Украина, силовики в Алматы применили летальное оружие против протестующих.